Твери продолжается ремонт улиц по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Как сообщает городская администрация, в центральном районе ремонтируют тротуары на бульваре Радищева. На участке от улицы Андрея Дементьева до Студенческого переулка уже завершили демонтаж существующего покрытия, уложили основания и установили бордюры. Затем настанет очередь брусчатки. На Жигарево на участке от улицы Дементьева до Смоленского переулка началось фрезерование дороги. В Заволжье на второй Грибоедова уложен выравнивающий слой дорожного покрытия. Там же отремонтируют тротуары на площади в 1600 квадратных метров, заменят бордюры, люки и укрепят обочины. На улице 2 Красина также уложили выравнивающий слой, а на Комсомольском проспекте и нижний слой. В Пролетарском районе на улице Маршала Конева ремонтные работы уже завершены и следующий этап – нанесение разметки. В текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» запланирован ремонт 20 объектов уличной дорожной сети города Твери общей протяженностью более 25 километров. Также на данных объектах у нас будут вести работы по ремонту покрытия тротуаров площадью более 30 тысяч квадратных метров. Контроль качества выполняемых работ осуществляется как сотрудниками департамента дорожного хозяйства администрации города Твери, так и специализированной организацией. Кроме этого, контроль качества выполненных работ осуществляется сотрудниками дирекции территориально-дорожного фонда Тверской области, а также сотрудниками федерального казенного учреждения УПРДО России.